Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению ДНР и ЛНР. Правительству России поручено в месячный срок обеспечить признание действительными в РФ наших сертификатов о происхождении товаров, их допуск на равных с российскими товарами условиях в закупках юридическими лицами или для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Кроме этого, отменяются количественные ограничения в экспортных и импортных операциях за исключением отдельных видов товаров. Все эти положения будут внесены в законодательство РФ уже в ближайшее время и будут действовать до тех пор, пока политическая ситуация на Донбассе не будет урегулирована. Вчера документ прокомментировал глава ДНР Денис Пушилин. Сейчас можно говорить о том, что вот данный указ открывает возможность и дает своеобразную, наверное, удочку. Если про КАМАЗы делаем, можем говорить, что это вот та была рыба, которая очень нужна была и очень была своевременно. Но с учетом того, что Донбасс никогда не жил как иждивенец, и нас это очень сильно расстраивало, когда наши предприятия, наши бизнесмены готовы были работать много, тяжело, но упирались в определенную стену блокады, препятствия, которые выстраивала и продолжает выстраивать Украина. Ну, конечно же, это тяжело, и не только Украина. И вот сейчас у наших предприятий появляется уникальнейшая возможность наравне с предприятиями Российской Федерации участвовать и в государственных закупках, и в муниципальных закупках. Ну, это очень серьезно. Мы ждали такую возможность для того, чтобы те планы, которые у нас были по развитию экономики, им нужно было помочь. То есть экономику по-другому не запустить без вот таких возможностей. Да, безусловно, они не исчерпывающие, но это прорыв, ну, от уровня того указа про паспорта Российской Федерации для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.